Ребятки, с вами Павел Первый, мы продолжаем проходить Warcraft 3 Reforged, и у нас третья глава пролога Орды «Судьбоносный шторм». Итак, это первая из трех глав, которую не включили в полную версию игры, но включили в качестве доп-компании в дополнение The Frozen Throne, без озвучки. Правда, озвучка была на английском оригинале, она то есть была, но локализации не было. Теперь локализация, точнее, была локализация сабов, но не было озвучки. Теперь у нас и новая локализация и сабов, и озвучки. Так что посмотрим. Трау и его спутники отплыли в Калимдор на угнанных кораблях, но в открытом море в них внезапно настигла сильная буря. Чтобы избежать потери флота, Трау приказал высадиться и переждать бурю на одиноком острове. Там, кстати, оказавшемся поблизости. Видимо, карта... Лайтскрин трех глав таким же и остался в таком же стиле, то есть вот такая карта и все, как бы. Хотя с другой стороны, в данной главе он подходит, а дальше. Ладно, поехали. Повезло нам, что мы нашли эту бухту. Иначе мы бы вряд ли пережили бурю. Вождь, мы потеряли половину флота. Оставшиеся корабли сильно повреждены. Тогда разобьем тут лагерь. Кажется, мы на этом острове надолго. Вождь, я чувствую какую-то странную магию. Вот источник этой магии. За нами следят. Это вы. Вы являлись мне в видениях. Я запомнил тебя, предсказатель. Или это мой старческий разум шалит? Этот тролль явно пересидел на острове. Мы не твой вымысел, старик. Меня зовут Трал. А я Сенджин, главный у троллей. Раньше на острове были только мы, но недавно тут разбил лагерь Альянс. Вам лучше быть начеку. Альянс? Да-да, они охотятся на нас днем и ночью. Их патрули рыщут по всей округе. Скоро они и вас найдут. Нет, мы найдем их первыми. Нельзя, чтобы их патрули доложили о нас на заставе. Локтар, братья, вперед! Удачи, друг. Сейчас меня ждут важные дела, но скоро мы увидимся вновь. Честно, мне понравилась озвучка Сэнджина, она хорошая. Прям видно безумца, тролля. Чего хочешь? Не, они реально казвали. Здесь 5 рабов, а раньше даже, по-моему, не то, что 4, там 3 раба было в руднике. Ну ладно. Это нам немножко игру даже ускорит. Кого убить? Я вождь. Так, нам дали... новый тип войск, но не дали их построить. Готов так вкалывать. И осталось это тут, в принципе. Разумеется, надо прочекать все, ящики и так далее. Ну, короче, погнали, наверное. Сейчас будет еще один. Не ролик еще. Привет, дружище. Сенджин говорит, ты поможешь нам разобраться с Альянсом. Тут еще одна проблемка. Раньше воды этого источника были лечебными, но странный газ из-под земли отравил его. Сенджину бы пару травок раздобыть, и он сделает противоядие. Поможешь? Готов вкалывать. Куда пойдем? Окей, поможем.
что вот в любой момент нападут люди. Я не знаю, в какой. Эй, это же те орки, что угнали корабли с материка. Высылайте подкрепление. Работа сделана. Вот так и знал я, стоило уйти. Ну ладно, ну ладно. Чего хочешь? Не проблема. Сделай, а? Здесь нельзя строить. На нас напали! Ай, чёрт! Самого трона! Какие-то странные чересчур для меня. Может, просто непривычно мне, но странно это. Смотрится. У нас мало древесины. Так, давай уже древесину. ТФТ хотя бы древесин, хотя... Не помню, в Роке дороже это было. Исследование завершено. У нас мало древесины. Короче, погнали. Работа сделана. Бить крепцов, охотиться и так сделана. Далее. Что нужно? Да. С другой стороны, ТФТ-шный баланс тоже. И минусы у него есть. У шаманов магическая атака, которая не может бить по, например, таким существам, как големы. А в ТФТ магической атаки не было. Была только атака пронзающая или дальнего боя. И големы, шаманы могли бить големов и все, кто не восприимчив к магии. Вот такой вот интересный Слову. Фактик. Чего хочешь? Неспокойные. Исследование завершено. Расселены уже исходят паром. Значит, и вулкан скоро проснется. Я вождь! Самого Крока! Недостаточно места. Пора за дело. Я вождь! Кригар, Нога! Так. Нашу базу напали! Пора за дело! Я вождь! Никто не уйдет! Скорее лежать. Да? Как раз они жреца прислали. Чего надо, хозяин? Улучшение завершено! Да? Духи неспокойны. Чего надо, хозяин? Окрикар много. Я вождь. Моя жизнь. Я разобелки. Я вождь. Чего надо, хозяин? Надо починить. Прикрутся еще сюда. Так, думаю, не помешает поставить зверинец и начать делать налетчиков против зданий вражеских. Это будет эффективно. Хотя башни мы все равно легко теперь можем проносить, потому что они тяжело, они укрепленная броня. Пора за дело. Куда пойдем? Значение такого не имеет. Так, надо было сразу этот экспан занять, хотя... Куда пойдем? Путь к нему... Да не... Вроде лежал отсюда где-то. Или не лежал. Я неважно уже.
Чего прикажешь? Ногам. Я вождь. Ну, мы все посмотрим. Надо в деталях оценить. По-моему, иконку духа волк перекрасили. Раньше она была другого цвета, я точно помню. Ну, духоржевская, разумеется. И начинаем клепать налетчиков. Так, а вот то, о чем я вам говорил в одном из прошлых роликов. Проверяйте здания. Нейтральные цели вообще в целом, у них постоянно что-то содержится. Даже такой вот пролог не исключение. Так, эти надо я побить. Вождь. Зак-зак. Духи неспокойны. Я вождь. На нас напали. Работа сделана. Табу. Пора за дело. Что нужно? Не проблема. Духи неспокойны. Вызов духов называется. Протанковать. Вы бы без них справился, без подмоги. Если так норм было. Духи неспокойны. Ладно, танкуйте быстрее уже. Слобу. Локригар. Так, думаю, вот это выкинем, возьмем воздух. Недостаточно места. Сейчас мы получим дух целителей за наше скромное дело. Источник. Только скажи. Нужно построить землю. Чему надо, хозяин? Пора. Ну и дело. Сейчас будет катсцена. Круто. А, вы вернулись. То, что вы нашли, мне отлично подойдет. Теперь наши воины снова могут лечиться. Вот тебе за труды. Мелочь, конечно, но хоть что-то. В этих идолах целительная сила. Они тебе точно пригодятся. Не могли сделать нормальный переход от источника от этого порченого к здоровью, к чистой воде. И поэтому они просто наложили фильтр черный. Blizzard. Я вождь. Вы не перестаете удивлять своими гениальными решениями. С удовольствием. Только скажи. Пора за дело. Что нужно? Давайте, пацаны, хиляемся и идем. Говори, вождь. Ну, пока можно посидеть вторым отрядом здесь и первым отрядом побегать, этого хватит. Работа сделана! Работа сделана! Нам нужно больше золота! Духи неспокойны! Блин, нам даже экспанд такими темпами не понадобится. Я вождь. Работа сделана. Вождь.
Чего надо, хозяин? Все-таки поставим его. Начнем хозяина ставить. Нам нужно больше золота. На нас напали! Что я уже? О, с героем приперлись. Только скажи слово. Сюда подошли. Моя жизнь принадлежит Орде. Я вождь. Никто не только скажи. Духи неспокойны. Говори, вождь. Пора за дело. Только скажи. Что нужно? На нас напали! Локригар, нога! Пустырь пустырей. Так, а тут чё? Пора за дело. Ой, с него книжка упала, надо её подобрать. Ой, час пробил! Кригар нога. Ну, в принципе, вообще хоть сейчас можем нападать на противника. Но я хочу все посмотреть, всю карту. И показать заодно вообще всем. Все тут. Пора за дело. Оба. Куда пойдем? Духи неспокойны. Идите сюда, пацаны. Никто не к зданию с укрепленной броней надо было добавить. Потому что теперь это дезинфа. Локригар, нога! Говори, ваше дело! Духи неспокойны! Да куда ты дуешь, блин, дохлый? Все, сломали их. Все, готово уже. Пора за дело. Мы же успели построить. Только скажи. Духи неспокойны. Что нужно? Чего прикажешь? Все, что пожелаешь. Да. Чего? Я вождь. Куда пойдем? Так и сделаю. Пора за дело. Кого убить? Только скажи. Духи неспокойны. Никто не уйдет. Самого Брока! Кстати, а что с музыкой? Охренеть, она непонятна. То тихо, то громко. Недостаточно места. Никто не уйдет. Вот дорож.
ну, остается только верхняя вот проверить. Подчеркиваю, что это голову может тоже было минут на 15 раньше пройти. Ее вообще можно легко пройти, просто в раж пойти. Всеми войсками, что есть. И параллельно, конечно, подстраивать. Новенький. И не вынесли бы. Но, как видите, я предпочел исследовать, что вообще по логике вознаграждается фолиантом, например. Кригар, нога! Зак-зак. Духи неспокойны. Твой час пролил. Надо обязательно сюда пойти, не забыть. Я 100% забуду про этот фолиант, скажите. Фолиант и гол. Кстати, он должен фразу тоже говорить. Блин, если он будет дохлый, то мы от него ничего не слышим. Поэтому, наверное, по-хорошему чуть-чуть подождем и пойдем в бой. Духи неспокойны. Пора за дело. Что нужно? Я вождь. Локригар Ногал. Да? С удовольствием. Пора за дело. Только скажи. Мне проблем. Что нужно? Так, ну с полной армией. Мы готовы, в принципе, пошли его бить. Он уже, наверное, где-то хотя бы на четверть должен был воскреситься. Пока мы будем доходить, он уже будет на половине. Что нужно? Духи неспокойны. Так, не маленький отряд. Говори, вождь. Пора за дело. Только скажи. Отведай, старик! Вождь! Пора за дело! Говори, вождь! Ну, раньше тоже не было ляпнуть фразу. Пора за дело! Что-то я ничего не ляпнул. Что нужно? Вождь! Говори, вождь! Пора за дело! Не проблема! Что нужно? Духи неспокойны. Пора за дело. Вот он вышел. Духи неспокойны. Какая поразительная наглость. Все, на что вы можете надеяться, варвары, это мучительная смерть. О, фраточки. Все. Здесь уже легко разбирается людишка. На запчасти, так сказать. На самом деле достаточно уничтожить форт, чтобы выиграть.
И глава будет завершена. Сколько потратили на нее? 25 минут, охренеть. Короче, полчаса. Убил на главу, который проходится за 5 минут. Растягиваю ролики как могу. Будьте настороже! Битва еще не закончена! За нами явились ходячие рыбины! Ваши никчемные магии больше нам не помешают! Свободные! Честно, я пытался сдержать смех за кадром, да принять его, что я заржал, когда этот урок заговорил. Это его озвучка. Он же будет уже в четвертой главе. Короче, друзья, это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте руки к себе, оставляйте комментарии, ждите продолжения. Еще увидимся. Всем пока. Мы, как обычно, забываю экран вывести, но... Впрочем, этот экран вообще еще меньше инфы дает, чем то, что было в классике, так что я вообще не вижу смысла показывать его, разве что для подтверждения, что я на харде прошел. Все, увидимся.